Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем, идиот. Зачем мы патрулируем? Мы здесь в радиусе 120 километров. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали этот район. Так что заткнись ради собственного же блага. Хочет он быть параноиком, его дело, пусть будет. Убей одного, пока второй не видит. Убей одного, пока второй не видит. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Не двигаться. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Чья очередь? Юрий! Юрий, очнись. Твой ход. Жди здесь. Так, вперед. Выдвигаемся. Не двигаться. Колокольни, наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Черт, патруль заметит тело! У нас потери! Придется привлечь их внимание, они нашли труп. Черт, нас вычислили! Какое-то закрытие! Американцы, бегу!
понесло. Интересная какая у вас жизнь, лейтенант. Идем. По моему сигналу. На побережье чисто. Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Идем. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Медленно и спокойно. За мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь проверить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Тяжелая же штука. Да, уже Андрей поесть принесет. Не знаю, надеюсь, скоро. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу. Нас заметили в укрытие. Совсем сдурел? Не приближайся к источникам радиации! Вижу противника! На открытом месте! Михаил! Укрытие! Помощь сюда! Он ранен! Бегите, трусы! Целенок!
закрытом месте! Слово «тихо» тебе ни о чем не говорит. Идем. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел. Говорят, у украинцев пара человек пропало сегодня ночью. Молодцы. Эти украинцы ни на что не способны. Не двигаться. Ждать здесь. По фронту все чисто. Вперед. Собаки стали сильнее и слабее. Не стоит их недооценивать. Они приближаются! Открыть огонь! Потери! Ряб! Вижу противника! Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовиться! Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять! Так, вперед! Грузовик. Используем его в качестве прикрытия. Вперед! Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Терпение! Не наделай глупостей! Это решать Захаев. Наша задача охранять грузовики и перебросить их где-то на вариантов. Ждать сигнала. Ждем. Вперед! Готов. Вперед! Все чисто. Оставайся на чеку. Мы еще не на месте. Стоять! Успокойся! Это дикая собака.
Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Справа все чисто. Вперед. По фронту все чисто. Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда, идем. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед!